Проект сквера «Воинской славы» – один из самых крупных. Под него планируется выделить почти 50 тысяч квадратных метров. По словам местных жителей, эта территория должна стать не только местом отдыха, но и патриотическим центром для проведения памятных мероприятий. Жители предложили, почему не сделать около мемориального комплекса. У нас их два здесь, как видите, два захоронения. Еще в сентябре месяце под захоронение было неизвестных солдат двух. И сделать здесь как бы патриотическое такое место для молодежи, чтобы могла отдыхать, и люди любого возраста видеть, что мы чтим память воинов, погибших на земле нашей в годы войны. И место отдыха для детей, для молодежи, для людей любого возраста. Следует, здесь очень большая площадь получилась у нас, почти 5 гектаров. Это серьезная цифра. Проект есть. По замыслу здесь будет большая зона отдыха, детская и спортивная площадки, лавочки, урны, элементы освещения и озеленения. Также предусмотрена парковка для автомобилей. Планируется полностью обновить мемориал павшим воинам в Великой Отечественной войне. Все это, как предполагают проектировщики, будет сделано в едином архитектурном стиле. Жители Субсеха готовы проявить активность не только в голосовании за свой сквер, но и в будущем его благоустройстве. В этом их обещали поддержать и депутаты. Наши депутаты приняли тоже здесь очень активное участие в благоустройстве. Я думаю, что в дальнейшем тоже большая львиная доля работ ляжет и на них. Ну и жители, я думаю, примут участие в посадочных, когда посадка будет и так далее. Планируется красиво. Я думаю, что так и будет. 18 марта в городе и сельских округах будут работать 55 счетных комиссий. Отдать голос за свой проект жители Субсеха смогут в здании 11-й школы или 1-й спортивной школы. С другими проектами-претендентами на благоустройство можно ознакомиться на официальном сайте администрации или на нашем anaporegion.ru.